Исторический альбом «Пути великих свершений» представят на национальную премию в области географии и экологии, «Хрустальный компас» и на премию Русского географического общества. Помимо этого, региональным отделением РГО в Якутии реализуется множество новых проектов. Это и школьная экспедиция «Лиада», плавучий университет, экспедиция по следам Ричарда Маака, экспедиция по следам государевых ямщиков и многие другие. Зарождение и реализация такого количества проектов свидетельствует о быстром развитии регионального отделения. Вы знаете прекрасно, что отделение существует с 1913 года, то есть является носителем еще самых-самых первых знаний, является носителем духа Русского географического общества, которое, собственно говоря, культивировалось на протяжении всего времени существования этой организации.